Да, всем привет. Буду я проходить Шеги. Шеги, буду проходить Шеги. Посмотрим. Давайте. Итак, тут у нас скинов нету. Давайте, первая песня. Только не на харде. На норме давайте. На норме. Это уже сложный мод такой. Я вам хочу сказать. О, давай. Что ты делаешь? Что ты что? А вы заметили, у него на одной ноте так волосы поднимаются? Вот видите? Вот сейчас даже еще было. Вот сейчас еще раз. Еще там сразу было. Если не хочешь, скачайте тест на Шеги. У меня уже на другом телефоне был тест на Шеги. Такой мод у меня. Ставьте лайки обязательно. Подписывайтесь. Подписочка самое главное. О, это мой любимый момент. Смотрите, я как соло люблю. Просто я много учился. Я сначала играл в другое ФНФ. Там, короче, там выбирали всякие песни. Я тренировался. Я тренировался, как бы у меня получилось. И потом я уже начал скачивать моды всякие. Вы видите, сколько скачек еще летело? Это не повторит. О, вот сейчас будет, мне кажется, посложнее. Сейчас будет посложнее, братаны. Я не знаю, что он там говорит. Может, там я только знаю, что там по-английски бодро говорит пипа. А вы знаете, почему больше не может говорить? Сейчас я вам расскажу такой небольшой секретик. Значит, когда он просто пел, у него еще девушек не было, он нормально был человек, он пел там. Безверно просто не батился даже, а пел. И значит, у него там с челюстью что произошло. Ее больницу отвезли, и он так начал разговаривать. Либо же это из рождения. О, вот это тут уже сложно, да? Нет. Погибать его посаждение. Не, я это пройду, не беспокойтесь. Следующий мод у вас удивит. Следующий мод будет этот секретик. У меня все выходные. Best friend baby. А что он сказал? Я, конечно, не понимаю. Ну, боже, вы, наверное, скачивали такие моды, где он нормально говорит. Такие моды есть, но тут он, вот Шеги, например, он там пип говорит. Вот такие дела. Смотрите.
меня, когда можно проходить там тайки, у меня он это в Инстаграме было. Вот эти у меня в Инстаграме. Только я не хочу эту песню сначала проходить. Вот эти я уже как дошел. Ну, давайте нахуй. Вот так я справляюсь. Эта песня так сложноватая. Конечно, может там будут другие песни. Там, может, я буду. Там, ничего такого. Не, там не беспокойтесь. Там не делайте жалобу, пожалуйста. Если песня вот неправильная у меня. О! Песенка такая, падающая. Кстати, я уже проходила вот эту обычную функцию. Но там тоже такие именно застрелочки. Даже если, вот если вы напишите комментарий, если вы напишите, пройти мод HD функция обычная, то я могу пройти такой мод. Хотите, я даже вам могу HD тайки пройти. Ну это мой торт, когда ты там торт проходишь, там разных витаминов, где они курящие или что-то типа такого. Дело, это хацелиник открывается. Я его проходил. Если хочешь, можете посмотреть. Я вас не могу. Такие дела. Мне тут, конечно, еще так жизни не показывается. Тут такой момент небольшой. Ну как я вам улавливаю стрелки? Эта песня, кстати, бесконечная будет. Не, ну ладно, она не заканчивается. Это же как будто такое мелкого эти парни из Боба. И у него там песня 20 минут. Могу пройти его. А вот из такого маленького тайгичана не могу пройти. Могу пройти, потому что я не найду законы. Давайте, следующая песня, я готов. Давай. О, моя любимая! Ты где-то тоже чул? Это моя любимая песня. Вот такая прямо дружеская песня, понимаете? Кому нравится такая песня, ставьте лайк. Она, наверное, крутая. Кстати, я обещу, хочу кое-что рассказать. А, наверное, это знать уже. Кстати, вот, я хочу рассказать кое-что. Кто не знал, как в эту игру играть, или в настоящую функцию, я вам расскажу. Я вам хочу так рассказать. Подождите, на паузу надо мне поставить. Давай. Сейчас расскажу. Смотрите. Вот когда стрелочки идут сюда, вот так задерживаются пальцами. Понятно? А настоящая функция. Там такие стрелочки. И там наверху стрелочки. И когда летят стрелочки, ты те и нажимай.
что у тебя показано в управлении. Это вообще неудобно так проходить. Ты не создашь нашу любимую песню. Да, ты первый выбор. Такая-то дружеская песня, да. Вот если меня не слышно, подложите к уху. Вот этот. Вашу часть телефона. Если меня не слышно. Конечно, может быть такое. Ну, пойдет. Не, не пойдет. Просто не очень хорошо у меня получится видос тогда. Би-би-би-би, он говорил, скорее всего. Вот это уже начинается. Уже какой-то кошмар начинается. Тут уже что-то посложнее будет. Давайте, давай, 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 давай. Вообще, тут сложненький момент был. Кстати, можете проверить, флаги ваги посмотреть. Я вот только сегодня выложил вот тут. Вообще там классно, там флаги ваги от первого лица даже был. Да, 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 походи. Шигич! Это сложный уже трек. Начинается тут. Шалухма. По повторка идет уже. Так получается. Давай, давай. Уже будет сложно. Давай, покажи, на что ты способен решить. Давайте. О, это было сложно, что было. Но последняя песня будет летать. Это что-то... Это уже посложнее было. Би-би-би-би, скип-би-би-би. А сейчас что будет? Нифига ты лаешь, Шиги. Нифига тут Шиги чвалит. Давайте попробуем это пройти. Даже я смогу куда-то пройти, скорее всего! Блин! Ты проиграл уже! Я проиграл. Я проиграл. Я проиграл. Так, какая у нас песня? Раз, два, три, четыре. Пятая песня была. Да, так.
Ну, эту шашу я уже затащил. Давай попробуем. Вроде та должна быть. Не, не та. Значит, будет последняя, что ли? Давайте будет последнюю тогда. Это Мех-арена. Важен мир. Продолжаем. Попробуем это пройти. Я нормально играю. Не, никак, нубик. Подождите-ка. Эту паузу хочу сделать. Все, давайте дальше. Такая пауза. Для маленького отдыха. Вот это шаги. Вот эти шаги плавают у нас. Опять начинается вот эта вот фигня. Проиграл. Дайте мне это пройти. Давайте дальше играть. Рекламка еще была, я перемотал. Не, сейчас мне надо постараться. Просто тут без вырезали. Люди, кажется, заговариваются от этого шеги. Возрождала. Тут их не было. Возможно, в следующем моде их тоже не будет. Но без возрождалок это очень плохо. Понимаете? Еще будет здесь, мне так кажется. Нифига, он тащит! Почему он тащит? Начинается фигня. Бетонные, короче, ставьте лайки обязательно! Шеги наш. Смотрите, как он валит. Ой, я походу проиграл, братан. Конечно, такие моменты я редко прохожу. Давайте, давайте, братаны. Давай, бро, ставь лайк, чтобы я не проиграл, чтобы мы прошли этого шаги. Давайте ставьте лайки, обязательно. Ставьте комментарии, давайте, давайте, вы должны, ради меня. Сейчас, кстати, читал. Книгу. Короче, давайте на следующую песню включим. О, оригинал. Оригинал. Хекса, что? Это HD. Я сразу узнал. Давайте последнюю песню. Чтей, 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 чтей. Просто там не надо проходить.
там понимаете ли. Ну ща начнется. Ой. Ой, ща я боюсь. Иди. Вот сейчас чичу. Вот ща начнется. Ща я показываю, сколько способен. В батле именно. Понятно. Давайте мы затащим. Он его читает рэп вот так. Эй, ты говнючка, ты убил мою собаку. Ты говно. Сеги, ты говно. Хотя и сильнее у Шаги. Вот он сильнее тебя. Сеги, ты не надо. Вы видите это? О, автобус уже пошел. Вот сейчас сложно, конечно. Подписывайтесь на канал. Вот что он нам говорит, беседует с нами. Он говорит, а ты зачем его убил? Это я не убивал его, это наша девушка убила, понятно? И пожалуйста, ее тоже не надо кошмарить. Пусть живая останется. Понятно, если ты так хочешь ее заколошматить. Колошматить. И так я тебе не разрешаю. Если прям сильно хочешь, колошмать пёшу. Не так я тебе не разрешу. Я тебе вообще не разрешу. Хоть ты умоляй, скажи. Повторка! В принципе, прошел я вот так. Чё ты ничего не оставишь, Сеги? Давайте промотаем это. А? А там была цифра. И цифра буква. О! Оригинал! Скиты пам! Спукизы! Эти спукизы! Давайте дальше играть. А, все! Всем пока! Все, увидите у нас.